Привет, я около Биг Бена. Иду к Даунинг Стрит, хочу посмотреть, что там творится. Вчера пытались переизбрать нашего премьер-министра Бориса Джонсона. Prime Minister Boris Johnson will face a vote of confidence in his leadership of the Conservative Party. Но за него проголосовало 56% членов его консервативной партии, поэтому как минимум еще год он будет на своем посту. For the Prime Minister, he won comfortably, and now he is getting on business. Cabinet this morning, there's a lot to be done. But it was a good result for Prime Minister. He won, and he won by more than the one I had said. Но абсолютно все на это дело окрысились и сказали, что этот год они будут держать его просто практически под лупой и будут пытаться все-таки его... Я вам сейчас сниму Даунинг Стрит со стороны двора, где была Гарден Парти, садовая вечеринка, и со стороны центральной улицы Вайтхолл, по которым вот мы сейчас вперед пойдем к Даунинг Стрит. Короче, я так предполагаю, что Бориса оставили просто потому, что никто не хочет за него получать шишки сейчас. Типа его оставили, мол, сам эту кашу заварил, сам и будешь разгребать. Ну вот, мы подходим к Даунинг Стрит. Вот впереди, видите? Там уже куча народа. Это, чтобы вы понимали, мы идем по Whitehall Street. Вон там парламент. Впереди Трафальгарская площадь. Полиция припаркована на случай непредвиденных ситуаций. Ага, ну митинга тут, видите, нету. То есть никого, просто люди стоят и смотрят, что там внутри. Таблички. Но если кратко рассказать вам, допустим, как по экскурсии, да, то это резиденция Бориса Джонсона. Здесь премьер-министр выборный живет более 200 лет. Предоставляется эта площадь для жилья. Вот, видите, открываются ворота. Сейчас оттуда вон пойдут, идут женщины. Охрана с автоматами. И вон там, вон в глубине. Вот, видите, уже красный дом торчит. И вон туда, вон там, вон полицейский, вон стоит, видите? И вот это вот Даунинг Стрит. He hopes today will end the barrage of questions. Downing Street. Сейчас я обойду просто эту территорию, чтобы показать вам эту Даунинг Стрит с обратной стороны. Вот это вот такое количество народу и больше здесь ежедневно. Смотрите, какие ограждения. В принципе, ограждения здесь были всегда, но в последнее время особо такие усиленные кордоны. А где парламент, въезд, там поставили вторые металлические вот такой вот забор. То есть первая преграда, такой забор, и метра через два вторая. Второй такой забор поставили, его не было. Этого забора не было, видимо, боятся волнений, наверное. Сейчас я через Королевские конюшни, вот здесь рядом, пройду и... засниму вам Даунинг Стрит, резиденцию президента со стороны двора, там, где проходили винные вечеринки. Это вот так вот все. Закрывали все проходы, чтобы никто ничего не навредил. Вот такие вот коняшки стоят, радуют туристов. Ну, я, конечно... Ага, здесь тоже закрыто, придется обходить. А,
Is the area closed inside? I can't come around and come in as well, yeah? Is it closed? Understand, thank you. All right. Okay, thank you. Вот я сейчас вас проведу. Вот здесь открыт проход. Это мы вот обошли сейчас здание Downing Street. Вот оно тут. Вот оно. Мы его по кругу, собственно, обходим. Там, где лошади, мы не смогли его обойти. Я обхожу его с другой стороны. И вам просто покажу максимально. Я с этой стороны покажу, со стороны парка, подойду, насколько возможно. Место, где проходили все эти вечеринки. Вот здесь вы можете видеть, просто я вам сейчас по кругу сниму, здесь потрясающая архитектура старых времен. Вот сейчас я прохожу мимо входа в Downing Street. Вот здесь вот тоже, вы видите, вот здесь тоже можно пройти. И прям туда вот будет проход к дому премьер-министра. На другом конце Сент-Джеймс Парк, там впереди находится Букингемский дворец. А справа здесь, вот сейчас мы будем поворачивать, там как раз было торжественное представление на лошадях по поводу празднования юбилея. Здесь находится музей Черчилля и памятник Оливеру. А вот это вот, видите, тут уже вот заграждение, ограждение. Как говорится, не пройти, не проехать. На ту сторону, наверное, надо перейти, с той стороны отснять, но для этого... Слушайте, ну вот тоже, да, смотрите, там можно ходить, а здесь придется идти до самого светофора, потом возвращаться назад. Как хорошо работать с деньгами. Вот я сейчас прохожу налоговую инспекцию. Посмотрите, какое шикарное здание. Вот карта Сент-Джеймс Парка. И я вам сейчас покажу. Мы будем... Значит, смотрите. Вот это вот площадка, где было представление, да, сначала мы шли вот здесь, вот, по Уайтхолл, вот, Даунинг Стрит, вот, лошади стоят. Я думала пройти через эти ворота, вам снять не пустили, поэтому мы обошли вот тут, посередине Даунинг Стрит, вот она. Вот, мы вышли сюда, я вам снимала отсюда, со стороны парка. И сейчас я вот выхожу из парка вниз. Здесь тоже все перекрыто. Так, по парку пройти можно, значит, придется нам пора пройтись по парку. Horse Guard Road. Дорога королевских охранников на лошадях. Вот указатель, что до середины июня
дорога будет закрыта как для машин, так и для велосипедов. Сейчас я захожу в Сент-Джеймс-парк. Вот я нахожусь с заднего двора Даунинг-стрит, там как раз, где была партия. Ну, отсюда, конечно, плохо вам пока. Ну, сейчас я попытаюсь приблизить камеру. Вот смотрите. Вот это вот непосредственно сам Даунинг-стрит. Вот это вход со стороны Сент-Джеймс-парка. Вот она, Даунинг-стрит. А вот видите забор? Вот за забором, вот с этими вон колючками, видите, охрана какая? Вот как раз там находится сад, в котором происходило все это, так сказать, возлияние. Борис Джонсон said he bitterly regretted the saga, but it was now time to draw a line under it all. Later on, in the very evening, Dominic Cummings had quit number 10. Gray's report may shed more light on how late that evening ran. 1 year after the gathering, captured in photos seen today, the Prime Minister was asked specifically about that date when two Downing Street gatherings happened. MPs on the Privileges Committee, looking into Partygate, will be investigating whether that and other Boris Johnson appearances in the Commons knowingly misled А вон королевские трибуны, их никто не убирает. Из чего я делаю вывод, что, видимо, смотрите, как тут все огорожено. Вот в прошлом году, кстати, можно было на этой дороге стоять. Я стояла вот на этой дороге впереди, за полицейским, где вот сейчас и закрыт этот проход. Мы отсюда стояли, смотрели, здесь можно было. А сейчас вообще закрыли всю эту зеленую зону. Ну, вот так выглядит. Вот так выглядит эта территория. Где вот там впереди, вот там Букингемский дворец. И вот так Майленд, вот так лошади прошли, вот здесь с угла вот они вышли на эту вот площадку, и вот здесь происходило все это действие. Вон впереди за белым шатром наверху окна, из которых выглядывали королевские дети. Вон они, вот эти окна. То есть это центральное место, где стояли все, значит, важные особы. Ну и, собственно, вот. Я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Пошла домой монтировать вам видео. Пока.